Уважаемые абитуриенты, мы очень рады, что вы заинтересовались образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки филология. Профиль подготовки – зарубежная филология, английский язык и литература, переводоведение, который реализуется на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Срок обучения по программе бакалавриата составляет 4 года. Обучение очное, что является одним из необходимых условий успешного овладения иностранными языками. Вступительными испытаниями являются ЕГЭ по литературе, иностранному языку и русскому языку. Желающим обучаться по данной программе необходимо быть готовыми к тому, что большинство дисциплин будет читаться на английском языке. Для иностранных граждан предусмотрены внутренние испытания нашего университета по литературе, иностранному языку и русскому языку, по результатам которых они могут получить возможность начать обучение по профилю подготовки «Зарубежная филология». В чем уникальность нашей программы бакалавриата? Во-первых, в рамках данной программы мы готовим высококвалифицированных специалистов, обладающих всесторонними знаниями в области филологии, умеющих работать с текстами различных жанров на английском языке, а также профессионалов в области устного и письменного перевода. Еще раз отметим, что наши студенты получают фундаментальные знания в области филологии, английской филологии в частности. На протяжении обучения они знакомятся с курсами по истории русской и зарубежной литературы с акцентом на литературах стран изучаемого языка. Кроме этого, читаются курсы по истории германских языков, лингвостроноведению и лингвокультуроведению. Особый акцент делается на предметы, развивающие переводческие навыки. Наши студенты не только совершенствуют владение английским языком, но и получают возможность овладеть вторым иностранным языком на выбор – немецким либо испанским. В рамках направления подготовки филологии, профиля подготовки зарубежной филологии, английский язык и литература, переводоведение, с 2020-2021 учебного года планируется реализация программы параллельного обучения с Лондонским университетом. Это означает, что студенты, сдавшие после первого курса обучения экзамен IELTS for academic purposes на балл не ниже 6, могут продолжить обучение и в КФУ, и в Лондонском университете по направлению филология, и получить дипломы сразу двух вузов – КФУ и Лондонского университета. Студенты, проходящие обучение по нашей программе, имеют возможность обучаться за рубежом по программам академической мобильности. Каждый год наши студенты участвуют в программах академического обмена с ведущими мировыми университетами, в частности, с университетами Германии и США. Программа бакалавриата «Зарубежная филология. Английский язык и литература. Переводоведение» практика ориентирована. Наши выпускники могут работать в качестве переводчиков-синхронистов, референтов в различных сферах деятельности, в организационно-управленческих структурах с необходимым знанием иностранных языков, в научно-образовательных и экспертно-аналитических центрах, в образовательных учреждениях и общественных организациях. Мы ждем выпускников средних школ, техникумов и колледжей Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, желающих усовершенствовать знания английского языка, овладеть вторым иностранным языком, развить переводческие навыки, получить фундаментальные знания в области классической филологии.